сегодня должны обсудить решение и дальше его реализовать. Скорее всего, начнем с чистого листа, попросим, чтобы отвели территорию, строить современную больницу в Хвалынске, строить жилье для врачей, медсестер, персонала. Будем это делать как пилотный проект. Со своей стороны буду искать средства и постараюсь реализовать его с тем, чтобы в Хвалынске была сохранена медицина и чтобы мы сделали все для того, чтобы город обладал всеми возможностями для развития. Это единственный город в области, курорт, единственный. Но на сегодняшний день мы с вами должны признать, город умирает, потихонечку люди разъезжаются. И если только больница там закроется, считайте, будущего нет. Поэтому нам надо там сейчас сделать как можно быстрее все для того, чтобы появилась больница, чтобы было свое здравоохранение, причем качественное. Вот. И тогда у нас, как курорт, он получит возможности развития в будущем. Это вот для Хвалынска вопрос на сегодняшний день номер один. Потому что тротуары, обустройство можно всегда сделать. Но если только больница оттуда уйдет, а роддом уже там закрыли, вот мы понимаем, какое состояние сегодня там здравоохранение, тем более корпуса ныне существующие, они морально и физически устарели. Им больше 100 лет, там, под 200 лет. Поэтому вот если этот вопрос мы решим, и на будущий год начнем строительство, тогда можете думать о том, чтобы переехать с правнуками в Хвалынск.